среду с целью ознакомления с инвестиционной площадкой на территории межмуниципального отдела, а также с работой общества с ограниченной ответственностью «Южгаз Энерджи» в Дмитриевском сельском поселении, Кашхабский район посетили участники Международного экономического форума «Адыгея Инвест». Среди гостей были предполагаемые инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Казахстана, Малайзии. Также присутствовали представители Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея. Делегацию встречали глава района Заур Хамирзов, глава Дмитриевского сельского поселения Муртаз Пшизов, технический директор ООО «Южгаз Энерджи» Александр Ляженко. После небольшого инструктажа по безопасному поведению на территории, гости во главе с техническим директором совершили небольшую экскурсию по объектам предприятия. Инвесторам подробно рассказали, как работает предприятие. Они побывали в лабораторию по контролю за качеством газа, посетили энергоцентр, ремонтно-строительную службу и центр управления. Затем делегация проехала на одну из рабочих скважин, на котором технический директор рассказал об объемах добычи на перспективу. Общие сложности отобрано пока немного, 25% от запасов. 25%. То есть еще можно отбирать лет 20. Будем надеяться, что инвесторы по достоинству оценят возможности нашего района.